Бухар. Да, брат. Почему ты ушел из Broke Boys? Блин, ну очень много факторов. Ну, расскажи. Ну, во-первых... Потому что ты был с первого дня в команде. Во-первых, человечек пришел, который разваливает команды. Артем Кучетыров. Да нет, я не буду говорить, то есть. Но я думаю, все поймут. Одна развалилась, сейчас вторая развалится. А, я бы не хотел, конечно, этого, но по сути она уже... Уже это не та команда. И она ей не станет больше. А, во-вторых, Райзен, потому что Дима, я знаю, он понимающий человек, ну, в этом всем. И он понимал, что, по сути, блядь, можно было, да, вот один раз состав перетряхнули во втором сезоне, все, остановиться, блядь, и играть. Да, ушли эти комиксы, там остальные все, вот, точечно возьмите и играем дальше. Почему дроты выигрывают? Потому что у них, ну, как семейная атмосфера, у них точечно усиляются, да, но перед, ну, никого не выкидывают, ничего не возвращают там. Ну, то есть у них один состав играет, по факту, да, ну, банда. А у нас просто с первого сезона, второй сезон, третий сезон и все. Просто новая команда каждый раз. И так невозможно ничего выигрывать. То есть это даже вот тот, да, тот сезон, у нас топ-состав был, а выиграть, ну, мы не можем выиграть. Мы деньгам проиграли, которые по факту, да, собрались перед сезоном прямо. И ну, а кто это разобрали? Как ты считаешь? Райзен. По мне полностью Райзен. Это человек, во-первых, заспинщик, вот это я хочу сказать, потому что понял, хорошо вот ставили с Родиной тогда еще момент, понял, я очень хорошо матч сыграл, понял, и он всегда меня засаживал, понял, я не знаю почему, у меня к нему не было неприязни, она стала вот в последнее время, а у него ко мне, походу, всегда была, я сколько раз слышал, как он за, ну, за спиной говорит, и мне рассказывали, передавали, и вот, я больше просто с ним не захотел иметь дело. Ты уходил из Брока в свободное плавание или было какое-то вообще предложение? Не было. Я знал, что, ну, нет, я найду команду, а, ну, я не знал никуда. Ну, просто ушел. У меня уже был понял, после Казахстана у меня было опустошение в команде. Да, у меня там есть близкие кенты, но находиться я там не хотел. Я уже в Одинцово ехал через такую силу просто, понял? Я с утра встаю, нахуй мне это надо? Типа, понял, и я уже после когда? С Титаном мы сыграли, я пацан сказал, все,